Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Честное мнение». В студии Светлана Ладина и Иван Мозговой, руководитель службы помощи бездомным, православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Иван, добрый вечер. Добрый вечер, Светлана. Вот сегодня, в день, практически уже в день памяти святого Семена Верхотурского, решили поговорить о помощи бездомным. Но согласитесь, это не случайно, ведь и святой Семен тоже был бездомным. Правда, сегодняшние бездомные, наверное, отличаются от того образа, который мы ассоциируем с праведным Семеном. И тем не менее, это тоже люди, это наши братья. Но встает вопрос, надо ли им помогать? Если помогать, то как? Какие виды помощи вы считаете наиболее эффективными? Ждем ваших ответов на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, а также звонков по телефону прямого эфира 379-65-70, код города 343. Вань, скажи, пожалуйста, какую помощь бездомным ты считаешь вот самой эффективной? Как человек, который сколько лет уже этим занимается? Больше 3 лет. Больше 3 лет. Ну, самая эффективная помощь, та помощь, к которой они нуждаются, с которой они, наверное, обращаются. Та помощь, которая им нужна именно сейчас. То есть, Вань, они же иногда на водку просят. Ну, завуалированно, но... Да, на водку-то нужно разбираться. Да, по крайней мере, даже спросить, на что вам деньги. Вот, и когда человек... Ну, естественно, он не скажет ему на алкоголь, он скажет ему, там, нужно покушать, еще что-то. Нужно просто взять его за ручку и сказать ему, подожди, здесь сейчас я принесу покушать, сходить до ближайшего магазина и купить там булочку. Ну, самое минимальное, что можно. Ну, булочку или... он не выпьет, всякое разное. Да, булочку не выпьет. Угу. Или булочку, бутылочку молока, кефира. Или сказать, что пойдем со мной, дойдем до магазина, я тебе вынесу, куплю тебе продукты и вынесу. Как правило, 50% отсеиваются на... когда ты предлагаешь им купить продуктов, а еще 40% отсеются по пути в магазин, если они пойдут. Угу. Поэтому, то есть, если человек внимание. Просит на алкоголь, то он просто да, нужно просто внимание, да. Ну, как правило, ведь вот мы как стараемся подавать, чтобы только не посмотреть в глаза человеку, чтобы так вот что-то положить, да, чтобы, типа, я мимо-то не прошел, я же откликнулся, да, вот мелочь из кармана выгреб, да, или даже там, может, не мелочь, да, и вот галочку себе поставил, но чтобы только не влезть в ситуацию этого человека, не быть вынужденным соприкоснуться вот с той историей, которую он будет рассказывать, правдивой, неправдивой. А вот, кстати, правдивые истории бывали такие, что люди приходят, рассказывают просто вот, ну, детектив какой-то получается, а потом все оказывается правдой, вот вы, например, помогли. Ну, детектив, он, да, то есть... Ну, я так нужно, образно да, человек, говоря. Да, если человек нужно до человека доковырять до сущности его проблемы. Uh-huh. То есть, если он говорит просто еду, спросите, а зачем тебе еда? Почему у тебя дома нет? Почему ты не дома не питаешься? Почему у тебя дома нет? Я детдомовский. Почему там... Ну, то есть, вот так вот раскручивать этот клубок, и тогда можно вообще человеку как бы, ну, дать какой-то рецепт, как правило, бездомный... Даже информативная какая-то информация просто о том, куда он может обратиться, где ему могут помочь, она человека может вытащить из этой пропасти. А что касается случаев, такие случаи есть, их достаточно много. Ну вот, например, недавно совсем мы отправили одну бабушку в город Гагры. О, как. Да, в город Гагры. Ну, такая история, она достаточно очень редкая, наверное. У нее здесь была подруга, которая как приезжала к ней... летом в Гагры, а она к этой подруге уже в возрасте приезжала сюда зимой. Они дружили, у нее никого у этой бабушки в Гаграх нету, кроме квартиры, которую она сдавала там отдыхающим. Она сюда приехала к подруге, и подруга заболела. Заболела очень тяжело, она как-то за ней ухаживала, а потом приехал, ну, как она, по ее словам, племянник, и забрал подругу, отвез в больницу, ничего, а та осталась в ее квартире. Угу. Ничего не зная о ее судьбе, ничего в телефоне отвечает, а через несколько дней он пришел, выбросил ее вещи на улицу. Угу. То есть эта бабушка, которая 70 лет, она оказалась вообще на улице. Ладно то, что соседи оказались неравнодушны по подъезду, они знали, что она действительно приезжает, помогает, они ее к себе приютили, и потом вот бабушка обратилась к нам, мы... как-то, ну, познакомились с ней, все, отправили, купили билет, отправили в Гагры. Сейчас мы продолжим эту историю. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте, я Андрей из Никольского. Да, Андрей, слушаем вас. Я хотел бы рассказать одну историю, очень кратко постараюсь. Да, слушаю вас. Вот к одному монаху, подвижнику, пришел как-то нищий и говорит ему: братец, ради Христа, дай мне одежду, а то моя износилась, и я практически нах хожу. Ну, тот
снял свою одежду, надел на себя новую и старую одежду отдал нищему. И тот поблагодарил его и ушел во свояси. Ну и монах после того, как он ушел, стал задумываться, что же он ради Христа попросил, а я ему старую одежду отдал, а новую себе взял. Побежал, вернул его, одел на себя старую одежду, а ему вернул новую. И он, ну, этот монах пошел, ой, этот нищий пошел на рынок и продал одежду эту на торгу. И стала эта одежда ходить по рукам, в общем, перепродаваться. И монах вскоре узнал об этом, что его одежда продается на рынке. И увидел это, и очень стал сокрушаться. И молился Господу, говорит: «Господи, прости меня, я соблазнил его своей дорогой одеждой». И вот он продал ее, и на деньги, видать, напился. Ну вот Господь его утешил, во сне ему был голос: «Братья, проснись, братья, проснись». Он открывает глаза, очнулся от сна, видит, Господь стоит в его одежде. Он, Господь у него спрашивает: «Друже, ты отдал нищему одежду, которую он просил?» Он: «Да», говорит, «да, Господи». «Вот эту самую ты отдал?» Он: «Да», говорит, «ту самую, Господи». Он говорит: «Ну теперь не печалься, утешься, я принял твою жертву, она угодна мне». Андрей, вот спасибо большое, спасибо, мысль понятна, спасибо, да, за эту историю. Ну, Вань, вот, то есть вот доброе намерение, да, его Господь может принять, даже если мы там подали как-то не так. Вот по поводу покупки билетов, то есть получается, что деньгами вы на руки не выдаете, а что делаете? Мы покупаем, ну, по безналу покупаем билеты для того, чтобы бездомный не мог этот билет не мог искуситься и сдать этот билет и получить наличные деньги обратно. Вот. А как правило, мы вообще садим даже на поезд. Все, человек поехал, чтобы не было каких искушений, его по пути его не настигли. Ну, вообще, ваша деятельность широко известна, потому что вот что пишут наши зрители. Это не в порядке похвалы или лести, а в порядке вот просто какой-то популяризации того, что делает служба помощи бездомным, и в порядке призыва помогать ей кто чем может. Ксения Кабанова: «Чтобы было очень эффективно, нужно помогать Ивану Мозговому, варить еду, раздавать ее в разных точках города, вести воспитательную работу с бездомными в то время, пока они живут в реабилитационном центре, чтобы летом они оттуда уже не уходили. И, конечно же, молиться за них бедных». Оля Чоботова: «Лучший способ реабилитации к нормальной жизни бездомных, и не только их, это станица державная, аналогов не было, нет и не будет никогда». Александр Медведев пишет: «Добрый печальный день. Бездомным людям, нуждающимся, помогать нужно, но как избавиться от чувства, что твоя милостыня пойдет не на хлеб и продукты питания, а на алкоголь? Лично я лучше пожертвую деньги в церковную кружечку. Грех. Но нищим и бездомным подаю редко. Не деньгами, а конфетками, угощением. Прости, Господи». Ну вот, собственно, наш зритель Андрей нашему зрителю Александру уже ответил, пожалуй, на этот вопрос. Вань, а скажи, пожалуйста, вот бывает, когда обманывают, как у нас звонок? Тогда сейчас сначала поговорим со зрителями, потом закончим. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Мы слушаем вас, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена, Краснодарский край. Елена, слушаем вас. Я вот хотела бы рассказать такую историю, может быть, которая послужит поучением таким для многих людей. Вот. Ну, история такая, наверное, немножко о жестокосердии. Ну, в данном случае моем. Вот. Я всегда... Ну, считалась довольно таким жалостливым человеком и милостивым таким к людям. А вот была такая ситуация, когда вышла с воскресной службы, села в машину. Вот. У меня там были в машине бабушки, которых я взялась подвезти. И вот я увидела, что сбоку такой шатающейся походкой подходит ко мне мужчина, ну, так возраста лет 40, в пьяном состоянии, в таком, и пытается как бы руку протянуть. Я с гневом таким увидела, что он пьяный, в общем, восприняла это как попытку попросить денег каких-то, явно на выпивку, с такой довольно-таки агрессией, такой отвергла его, закрыла двери. Вижу попытку открыть те двери, где бабушка сидит, также на него прикрикнула, что закройте двери. И тут увидела, как он протягивает руку, а в руке у него конфеты, и он просто просит помянуть своего отца. Ну, такая история.
Я хочу сказать, что нельзя быть жестокосирными к людям и проявлять милосердие. Если человек даже в таком состоянии, ну вот видно, что пьяница, это не значит, что его нужно отвергнуть. Вот я подумала потом, что, возможно, я вот таким поступком, может быть, даже отвергла его от церкви, от храма. Ведь он перешел именно к храму, чтобы помянуть там своего отца. Пусть он, да, в таком падшем состоянии. Может быть, он на самом дне находится. Но вот именно наши добрые поступки, что ведь стоило мне там улыбнуться, допустим, вовремя протянуть руку, сказать какие-то слова поминовения там в адрес его отца. Но, однако же, я этого не сделала. Вот. Поэтому, ну, вот мое такое... мой звонок, это моя просьба. Давайте будем более человечными, мягкими и чуткими, даже к таким людям, которые находятся на дне. Елена, спасибо вам большое. Спасибо за ваше честное мнение. Вань, ну вот насколько я знаю, автобус милосердия тоже ведь, в общем, людей в алкогольном опьянении стараются как-то не принимать. Ну, не принимать их очень трудно, потому что их... Что тут скрывать? Их большинство, наверное. Степень опьянения разная. Если, конечно, человек он не стоит на ногах, но мы... Нам тяжело как бы он даже не понимает, что ему тарелку даем, суп там, что он... Очень сложно. А так, конечно, мы стараемся как-то, ну, какой-то воспитательные моменты как-то, да, вносить. То есть, ну, человек, который выпил, и который это внешне проявляется, как-то он стоит в последнюю очередь. Вот. А но помощь все равно получает. Да, помощь, конечно, все равно получает, и медицинскую, и вещи. И мы записываем, то есть мы, получается, бывает, что человек приходит, берет вещи, а на следующий день приходит и не помнит, что он брал вещи. Вот поэтому у нас... То есть он их реализовал где-то? Ну, не реализовал, он просто забыл, может, с него сняли, его же коллеги. Поэтому мы сейчас у нас ведем такой журнальчик о том, о выдаче вещей, чтобы не было злоупотребления, чтобы человек более дисциплинированно относился к тому, что ему дают. И, ну, на самом деле, от этого уже какие-то плоды небольшие, слава богу, есть. Ну да, то есть какое-то воспитание. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Наше время подходит к концу, но все-таки давайте успеем поговорить. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Слушаем, слушаем. Пожалуйста, не ориентируйтесь на телевизор, ориентируйтесь на телефон. Я из Челябинской области, вот из Кыштыма. Вот у нас при Христорождественском храме вот постоянно сидят такие люди. И, алло... Да-да-да, мы слушаем вас, меня? Пожалуйста. Да-да-да, слушаем, говорите, пожалуйста. И у нас постоянно сидят такие люди, безумно жалко. Я однажды вот мимо шла, подошла, какую-то копеечку дала и поговорила, и вот в ответ: «Матушка, меня зовут Дионисий, помолитесь обо мне». Никогда не забуду этого человека, не знаю сейчас, где он. Потом, вы знаете, вот недавно буквально подхожу, вот он сидит, я знаю, что он в детском доме был, вот слышали такое мы, и вот попал в такую ситуацию, они просто пьют от того, что просто мерзнут, а потом постепенно спиваются. Конечно. И вот он бежит под воротами, вот куда его девать? Протестанты, что у нас, теплый дом, а у нас у православных ничего нет. Раньше хоть вы трезвители были, и то, слава тебе, Господи, было. Люди просто, ну вот в таком состоянии замерзают. Они такие же люди, как мы, любой может попасть в такую ситуацию, любой. И скатиться моментально, сам не заметишь, только осуди. Поэтому я тоже считаю, что надо что-то вот как-то, не знаю даже как, вот чем, вот я вот как-то, чем могу, бывает, помогаю, но безумно их жалко. С ними только начинаешь говорить, они так откликаются. Спасибо вам большое, поняли вас. Вот для тех, кому безумно жалко и кто хочет помогать, есть в Москве служба помощи бездомным, есть в Екатеринбурге служба помощи бездомным. Там трудятся на добровольной основе люди, которые уже имеют опыт работы с этой категорией людей. Работать с ними сложно, там есть свои определенные правила. И вот если вы боитесь дать милостыню, боитесь, что она пойдет, например, на выпивку, то можно те же деньги перечислять на счет службы помощи бездомным, православной службы милосердия города Екатеринбурга. Вы будете уверены, что ваши деньги пошли туда, куда нужно. А это оплата, Вань, помогай, минута осталась. Да, оплата сам пропускника, оплата проезда.
Да вообще все оперативные какие задачи, какие-то, что как-то человеку помогаешь, там, куда-то его, даже не те же самые билеты, может, какая-то у него жизненная ситуация, что-то ему на продукты там ему нужно, или еще что-то, на одежду купить. Мы покупаем одежду новую, особенно зимнюю, и обувь, и верхнюю одежду. Ну, то есть вот есть люди, которые готовы возиться с бездомными, от которых иногда плохо пахнет, которые иногда болеют заразными заболеваниями, социально опасными заболеваниями. Вот есть те, кто не брезгует, кто не боится, кто делает эту работу. А им нужна финансовая поддержка, и мы можем ее оказывать. Дорогие друзья, спасибо за ваше честное мнение, спасибо, что вы были с нами. С вами были Иван Мозговой, руководитель службы помощи бездомным город Екатеринбург, Светлана Ладина и программа «Честное мнение». Завтра увидимся в 10 часов по московскому времени, а затем в 13 часов по московскому времени. Дважды. Всего доброго. До свидания.